Сегодня мы будем вам рассказывать тему грехи верующих в Бога и грехи лишь знающих Бога. С одной стороны, Святой Дух в сердцах тех, кто сознательно грешит, угашает, потому что Бог отворачивается от них, а затем они теряют свою веру, потому что, управляемые дьяволом, они делают злые и неверные поступки. А в конечном итоге Святой Дух полностью угашается, так, и они могут потерять свое спасение, так как не смогут покаяться. Их имена будут изглажены из книги жизни, как написано в Откровении 3 глава, 5 стих. «Побеждающий обличается в белые одежды, и не изглажу имена его из книги жизни, и исповедаю имя его пред Отцом моим». И пред ангелами его. Как написано в Откровении, 3 глава, 5 стих. «Побеждающий облечется в белые одежды, и не изглажу имя его из книги жизни, и исповедую имя его пред Отцом моим и пред ангелами его». Грехи таких людей могут быть прощены, и их можно направить на путь спасения, если они со всем сердцем покаются. И нужно понимать, что человек не может быть спасен, если знает, что грешит и продолжает это делать. Несмотря на то, что этого человека когда-то просветили, и что он верил в небеса и ад, и испытал щедрую Божью благодать. Все грехи – это беззаконие и тьма, и даже если они не к смерти, Бог все же ненавидит любой грех. Со всеми прощаемся! Да поможет нам Господь, чтобы мы были мудрыми верующими, которые не грешат. Со всеми прощаемся, всем пока!